Я в такой программе участвую первый раз. Довольна тренировками, есть результат. Я похудела и собираюсь дальше продолжать. И когда узнала, что есть еще и во дворе летом, почему бы и нет? Во-первых, свежий воздух, дышится легче, чем в залах летом, даже с кондиционером. На улице это другое, чем в залах. Интересно, жалко, что людей мало, но я думаю, проект только начался, и следующая тренировка придет гораздо больше. Приходите, это здорово. Это все вообще здорово, замечательно, что такая возможность позаниматься есть, пусть хоть и не каждый день, но такое получается. Мне жалко, что я об этом узнала, по сути, накануне, то есть если бы, может, как-то больше было освещено, то и людей бы сегодня было больше, и, в принципе, было бы проще ставить свой график, потому что не все могут прийти, когда накануне узнают. А так классно, и вообще спасибо и организаторам, и тренеру, всем, кто проводит это.